Бассейн на Хэллоуин. Не волнуйся, найдем еще один. О, Вульф и его друзья собираются подарить Люси этот старый бассейн. Подожди! Мы можем сделать его лучше! Сделаем бассейн на Хэллоуин! Вау, как будет выглядеть хэллоуинский бассейн Вульфу и его друзей! Тебе нужно уйти. Мы здесь заняты. Что ж, любопытно. Люси! Почему это там? Я не знаю! Боже мой, бассейн выглядит так страшно! Какой красивый бассейн! Тебе нравится новый бассейн? Спасибо! Обожаю его! Дженни хочет плавать. Так жарко! Я хочу пойти в бассейн. Дженни не любит играть одна, поэтому Вульф достал для Дженни много игрушек. Но Дженни не нравится игрушек. Боже мой, Дженни была непослушной и сделала дырку в бассейне, поэтому вода выйдет. Так делать нельзя! Это будет лучше для нее!
бассейн без воды, да? Женне это не нравится. Что случилось? Мы не можем позволить ей играть в одиночку. Давайте помогу. Бассейн из радужных попыток. Ой, бассейн Люси лопнул. Не плачь, я все починю. Да! Смотрите дальше, чтобы узнать, как Вульф отремонтирует бассейн. Вульфо! Давай я тебе помогу. Да! Нет, изолента не подходит для ремонта. Подожди, я помогу позже. Ура! Вульф использовал мамины обручи и соединил их, чтобы сделать бассейн. Сработает ли это? Привет! Пришелец, можешь помочь мне сделать его больше? Да! Так круто! Готово! О, нет! Вода вытекла! Что еще можно придумать? Почему бы нам не попробовать сделать бассейн в стиле попыток? Да! Вау! Огромный бассейн из попытов, такой классный! Сюда, сюда! С питомцами в бассейн нельзя! Дети, надевайте одежду для купания. Вульфу, быстрее! Люси так быстро забралась за Вульфу на горку. О, нет! Дети, не балуйтесь в бассейне. Это опасно. А этот знак запрещает прыгать в бассейн. Прости. Люси хочет пустить кошку в бассейн. Вульфу, давай научим ее плавать. Ага. Но они не спросили разрешения у папы. Oh.
О, нет! Кошки боятся воды. Больше не приносите кошек в бассейн. Прости! Ура! Ребята осознали свои ошибки. Боже, идите примите душ, я принесу аптечку. Черно-розовый бассейн. Этот клонирующий робот такой крутой! Мой бассейн с розовыми шариками самый лучший! Это мой черный, круче! Дети, а какой бассейн вам нравится больше? Не ходи на мою сторону! Мой розовый бассейн нравится Дженни больше. Присмотрите за Дженни. Я приготовлю поесть. Да, мама. Посмотрим, что же сделает Вульфу. Я достала ее, пока вы ругались. Прости, Дженни! Давай поиграем вместе! Ура! В итоге ребята помирились! Вульфу, где твои ноги? Хватит, я устал. Оказалось, Люси слишком часто беспокоила брата. Что же теперь будет делать Вульфу? Ha ha ha!
О, нет! Может, мои ноги слишком устали, что они отвалились? Так-так. Вульфу захотел сказать сестре, что он потерял ноги. Теперь ты должна за мной присматривать. Хурей! У меня ноги онемели. Все хорошо, можешь идти. Нет, я останусь с тобой. Боже мой, Люси унесла ноги Вульфу. В следующий раз не надо так шутить. А ты должна быть милой со своим братом. Тюрьма для зубов. Вульфа, давай играть вместе. Ты снова забыла почистить зубы. Играй сама. У меня нет неприятного запаха изо рта. Люси думает, что у нее нет проблем с неприятным запахом изо рта. Что ж, давайте посмотрим, для чего Вульфу позвал панду. Люси! Люси, хочешь поиграть в полицию? Да! Вперед! Бежим! Помогите! Помогите мне! Мне жаль. Смотрите, кажется, панда планировал, что Вульфа поймает его в этой игре. Ух ты, детишки! Вульфа построил две зубные тюрьмы из картона. Что с моей тюрьмой? Готово! Что ты делаешь? Эй, ребята! Пора кушать! Пони, поев и попив, Люси не вынесла мусор и легла спать. А панда очень чистый и опрятный. Как твоим зубам находиться в твоем вонючем рту? О боже! Взгляни на эту тюрьму! Я поняла! Ребята!
будет стоматологический осмотр. Ура! Мои зубы белые, а там мне не нужно идти к стоматологу. Ребята, за мной! Я не хочу идти к стоматологу. Дети, давайте устроим конкурс. Кто лучше всего ухаживает за зубами? Да! Эй, детки, давайте узнаем, кто из них на самом деле лучший стоматолог. О, нет! На зубы детей напала банка газировки! Ура! Нужно тщательно ухаживать за зубами. Да! Ух ты! Благодаря тщательной чистке зубов пятна на них полностью исчезли. Только старые пятна были удалены, на зубах детей появился налет. Я стоматолог, я пришел проверить твои зубы. О, нет! На зубах Кэт зубной камень. Это не только зубы Вульфу. То же самое происходит с зубами Панду и Пигги. На твоих зубах образовался камень. Просто чистить зубы недостаточно. Нужно регулярно посещать стоматолога, чтобы проверять состояние зубов. Если появился зубной камень, его нужно удалить. Иначе будут проблемы с дёснами. Дети, нужно ходить к стоматологу каждые 6 месяцев, чтобы зубы были здоровыми. Черная машина или розовая машина? Мама, купишь нам эти машинки? Эй! Нет! Дедушка! Купишь мне эту машинку? Нет, купи лучше мне. Эй! Нет! 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 Моя розовая машинка лучше. Вау! Розовая машинка такая красивая. Интересно, какой будет черная машинка Вульфу? Я буду возить папу на работу на своей черной машинке. Так-так, а вот и черная машинка Вульфу. Поехали! А если пойдет дождь? Твоя машинка тоже промокнет. Обе машины хорошие, но они дорого стоят.
Почему бы нам самим не сделать машину? Вульфу, Люси и дедушка решили сами сделать машинку. Дедушка, но машинка одна. Эта сторона для Вульфу, а это для Люси. Ура! Ребята помирились и вместе делают машинку. Ну что, прокатимся? О, нет! Первый полет Вульфу. Мама, мама! О, нет! Мама, мама! Мама, Вульфу боится летать? Вау! Так, сейчас я расскажу. Какая история у этого фото? Давайте узнаем вместе с Вульфу и Люси. О, нет! Мама! Что случилось? Этот самолет такой страшный! Может, мы поедем на машине? Папа! Поездка на машине займет много времени. На долгие дистанции самолет – это самый оптимальный вариант. Но ветер может сдуть самолет и может ударить молния. О, нет! Путешествовать на самолете так страшно, как думает Вульфу. Не бойся. Это пассажирский самолет. Он стабильно летает. А еще в него не может ударить молния. Вау! А теперь посмотрим, каким был первый полет с Вульфу. Видите, летать на самолете очень безопасно. Кровати из четырех элементов. Вы можете сделать мне такие кровати? Смогут ли Вульфу, Панду, Кэт и Пигги помочь Люси? Я сделал для тебя новую кровать. Детки, смотрите, чтобы узнать, как проявит себя ледяная кровать Панду. О, нет! Мне не нравится эта кровать! Давай я это исправлю! Да! Ледяная кровать Панду оказалась слишком холодной. Посмотрим на кровать Вульфа, детки. Вульфа, эта кровать небезопасна. Люси, ложись на кровать. Как ты себя чувствуешь? О, нет! У Люси закружилась голова от высоты. Это слишком высоко. А пусть...
я сделаю еще лучше. Но в постели Пигги полно жуков и насекомых. Обычно кровать все же лучше. Да! Да! Смотрите, детки, Вульфа и его друзья перекрасили кровать Люси. Не терпите, когда хочется в туалет. Ходи пописай, Вульфа. Мы можем досмотреть, когда ты закончишь. Нет, все нормально. У меня будет время пописать, когда мы закончим смотреть. Похоже, Вульфа давно не ходил в туалет. Что случилось? Вульфо, не терпи. Иди в туалет сейчас же. Как ты так быстро? Пап, я сходил совсем чуть-чуть. Дописываю, когда досмотрим мультик. Если ты будешь держать мочу, у тебя появятся камни. Пописываю позже, когда доиграю в игру. О, Вульфа пошел в туалет, когда уже совсем не мог. О, мочу не выходит. Мочи так долго пробыла там, что превратилась в камень в почках. Помните, детки, не терпите слишком долго. Сразу идите в туалет. Пока, пока. А? Нельзя много кушать. Почему ты так много ешь? Ух ты! Радуга прямо над домом Вульфо! Ooh.
Выглядит ужасно. Смой. Ой, это тоже не работает. Что же делать? Но не знаю как. Это просто. Съешь радужный леденец, и ты превратишься в радугу. Домик из попыток для Дженни. Дети, мне нужно ненадолго уйти. Посмотрите за ней. Да! Пока-пока! Смотрите дальше, чтобы узнать, как Люси будут ухаживать за сестрой. Оставим ее! Пора смотреть телевизор! Боже мой, Дженни сходила в туалет в картонный домик. Теперь он плохо пахнет. О, нет! Похоже, Дженни не нравится этот домик из Лего. Если у Вульфа и Люси другой вариант. У меня есть идея! Дети делают с этими попытками. Заходи! Как здорово! Похоже, Дженни в восторге. Научные эксперименты с цветами. Вульф разбрасывает бумажки. Как грязно! Хотите провести со мной научный эксперимент? О, что папа будет делать с этой макулатурой? Так скучно!
Красный! Оранжевый! Желтый! Зеленый! Синий! И фиолетовый! Папа, что нам делать с этими бумажками? Как думаете? Отличная идея! О нет, почему тележка мамы все еще полна цветов? Потому что у меня закончилась упаковочная бумага. Поможем это использовать! А? Ого! Вольфу такой умный! Вау! Ага! Сон о попыте. Люси, давай поиграем в игру. Кто полопает попыт первым, тот забирает их себе все. Хорошо. Раз, два, три, лопай. Я победил. Снова проиграла. Вульфо, ты первый выбираешь. Я обязательно выиграю. Есть! Ты уверена? Я выиграл, они мои. Ну и играй с ними сам. Люси, будешь играть? Кажется, Люси сильно разозлилась. Люси, открой дверь, пожалуйста. Ну и что теперь делать? Смотри, Вульфу стал попытом. Это был сон. Правила поведения в самолете. О, смотрите, дети в предвкушении. Молодцы, ребята. Дамы и господа, мы взлетаем через 10 минут.
оставайтесь на местах и пристегните ремни безопасности. Пока вся семья спала, Вульфу не мог уснуть. Соблюдайте правила в самолете, детки. Не разбрасывайте игрушки. Нам жаль. О нет, мисс Пигги поскользнулась и игрушку Вульфу. Видите, это всех огорчает. В следующий раз будьте осторожны. О, Люси наклоняет спинку сиденья, чтобы ей было удобно спать. Убедитесь, что ваше сиденье находится в вертикальном положении. Обед через 5 минут. Люси, выпрями свое сиденье. Простите. Не делайте больше так никогда. Да! Мы извлекли хорошие уроки из этого полета. Малыш, пора спать. Кто это задумал, Вульфу? Мамочка! Мамочка, ты можешь прочитать мне сказку? Привет, малышка! Малышка спит. Не буди ее, сынок. Давным-давно. Разве малышка не спит, мамочка? Вульфу думает, что переодевшись в призрака, он сможет успокоить ребенка. Пи, Вульф. Вульфу не сдается. Смотрите, чтобы узнать, что он будет делать дальше. Если мы будем спать, она, наверное, тоже заснет. Малышка все еще не спит. Не расстраивайся. Если не шуметь и спать спокойно, малышка тоже заснет. Правда? Да, мамочка!
Люси, ложись спать. Спокойной ночи. Шеф Радуга. Как вкусно! Мне нравится! Что же придумал Вульфу? Мама! Люси, раздели торт напополам! У этого тортика радужная начинка. Научи меня, научи, пожалуйста. Хорошо, если ты назовешь меня шеф Радуга. Шеф Радуга Вульфу. Смотрите, дети, теперь Вульфу научит Люси делать тортик с радужной начинкой. Люси теперь не нужна помощь Вульфу. Что же приготовит Люси? Она разозлила Вульфу. Вульфу, для тебя куча радужной еды. Вау! Правда? Да, теперь моя очередь быть шефом. Что это за запах? Это запах краски. Но, Люси, как же можно есть краску? Боже мой! Мама! О, боже! Люси, краску есть нельзя. Прости. Мама и папа стали куклами. Привет! Нет, папа случайно порвал игрушку Вульфу. Так что же придумал папа? Погоди, мы купим тебе две игрушки полицейского, хорошо? Вау, вот как! Ура!
Теперь полицейский должен схватить вора. Ты арестован. Боже мой, это настоящий вор-носорог? Стоп! Мы поймали настоящего вора. Прятки с огромной Дженни. Привет, ребята! Хотите потусоваться? Мы должны присмотреть за ней. Эй, хочешь сыграть в новую игру? О, как любопытно! Что теперь будут делать пришелец Люси и Вульфо? Ух ты! Улица была построена из картона! Ага, значит, Вульфа хочет поиграть в пятки с великаном Дженни! Надо же! Люси нашли первой! Так смешно?